Депутаты Госсовета Коми сегодня рассмотрели один из жизненно важных вопросов для региона – как дополнительно пополнить казну в условиях бюджетного дефицита. Более 13 миллиардов рублей недосчиталась республика по итогам 2020 года. Парламентарии предлагают несколько решений, например, возвращение в регион 5% от собранных налогов на добычу полезных ископаемых. Сегодня все деньги поступают в Москву. Елена Кононова узнала позицию депутатов. Где взять деньги? Сегодня это едва ли не главный вопрос для парламентариев Коми. Дефицит бюджета республики на 2021 год почти 10 миллиардов. Предложений, как пополнить казну, несколько. Одно из решений – разработка инвестиционных проектов, создание новых производств и рабочих мест. Важно и справедливое распределение налогов между федеральным центром и регионом. Депутаты рассчитывают вернуть те 5% от налога на добычу полезных ископаемых, как это было раньше. Та система перераспределения, которая существовала на 95, она уже была обоснована, проработала и имела какое-то право на существование, на жизнь. От нее отказались, вы знаете, в 2008 году, когда был кризис. Понятно, сейчас тоже не самые хорошие времена, но тем не менее поднять этот вопрос сегодня – это достаточно правильное решение, потому что мы понимаем, что все эти вопросы решаются не за один день. Вопрос о перераспределении НДПИ в одиночку решить сложно. Депутаты намерены обратиться за поддержкой к коллегам Северо-Запада, к тем регионам, где схожие проблемы, например, Мурманскую и Архангельскую области. Представители от Коми в Госдуме и Совете Федерации смогут продвигать инициативу в Москве. Если получится достучаться, республиканская казна получит значительную сумму. 5% у нас где-то получается, если смотреть по 2020 году, это будет 4 с лишним миллиарда рублей. С учетом того, что действительно у нас перечисление части НДПИ именно по нефтянке упало, то, конечно, и по газовикам, то здесь, конечно, упадет, ну, порядка 5 миллиардов. Ну и, конечно, мы также поддерживаем с учетом складывающейся ситуации именно по падению нашей налоговой базы. Список предложений депутатов о дополнительных источниках пополнения бюджета увесистый. Средства можно изыскать не только за счет справедливого распределения налогов, но и передачи некоторых финансовых обязательств от региона федеральному центру. Речь пойдет не только про НДВИ. Речь сегодня пойдет в том числе и о налоге на прибыль. Перераспределение с федеральным центром, достаточно большие колоссальные ресурсы, также миллиарды рублей. Речь сегодня пойдет об акцизах на табак, речь сегодня пойдет об акцизах на топливо, речь сегодня пойдет о передаче на федеральный уровень ряда полномочий, которые для региона сегодня стоят денег. Это лечение пациентов по орфанным заболеваниям. Это тоже достаточно серьезные ресурсы. Мы сегодня будем говорить в том числе и об получении достаточных средств или передаче полномочий на федеральный уровень по неработающим гражданам по линии фонда социального страхования. Если федеральный центр возьмет на себя обеспечение лекарствами людей, страдающих орфанными заболеваниями, то у республики высвободится дополнительно около 100 миллионов рублей. Как отмечает министр финансов Коми, сегодня этот процесс двинулся. Москва уже взяла 5 на залоги. Впереди у парламентариев в Коми масса работы. Продолжать искать дополнительные источники пополнения бюджета и аргументированно отстаивать позицию региона в федеральном центре. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал «Юрган».